Наивысший красный уровень опасности из-за жары объявили в китайском Ханчжоу. Столбики термометров там повысились до отметки 40 градусов. Горожане спасаются от палящего солнца в бомбоубежище, которое недавно переоборудовали под центр охлаждения. Здесь для посетителей бесплатно предоставляют еду, воду и интернет. Ежедневно здесь бывает более 800 человек. Такое чувство, будто на улице идет огненный дождь, невыносимая жара. Этот центр – единственное, что помогает мне действительно охладиться. Он работает каждый год с 1 июля по 30 августа. Ежедневно сюда приходит много людей. В другой провинции Китая, Хунань, борются с последствиями проливных дождей. Они идут там уже больше недели. По данным спасателей, число погибших во время наводнений возросло до 30. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести. Всего из зоны бедствия эвакуировали 11 тысяч жителей. Только за последние сутки в провинции выпало порядка 700 миллиметров осадков, из-за чего в местной реке резко поднялся уровень воды. Виной всему тайфун Гаэми, который уже назвали самым мощным за последние 8 лет.